Вот посмотрите на этого чувака. Посмотрите на его прическу, волосы. Он выглядит еще более трешовее, чем я. Если бы я так выглядел и ну, покрасил так волосы и сделал, то меня бы, ну, угорали, издевались, там, травили, да, ну, то есть как, все как обычно у нас. Но в Америке, на Западе, почему-то он просто рок-звезда. Ну, не звезда, но он... Ну, не звезда, ну, не рок-звезда, но он просто отрывается, и никто это не считает чем-то ненормальным. Я, короче, сейчас не слушал, я только... Это 2020 год. Знаешь, что в группе есть клип Teeny Movie Parts, где они просто дворников, где дворники в клипе, простые люди, работающие в Макдональдсе. Потом дворник, короче, он берет метлу и типа на гитаре играет. Не можешь себе такое представить, да? А знаешь почему? Потому что они за простых людей. Потому что в этом нет ничего постыдного. А мне постоянно говорят, говорит мама, отец, постригись там, выглядишь, тебя никто не любит, что ты выглядишь там как урод. Ну с чего вот этому челу не говорят, не говорит никто, что он выглядит как урод, потому что у него вообще волосы в розовый цвет покрашены и вот так вот косичками вот так вот торчат. И никто ему не говорит, что он урод, блин, его все любят. А в России, блин, здесь это считается говном. Блин, мне надо палец полить. Повредил себе. Я люблю тебя, детка. Мы гуляем с тобой по крыше, мы живем с тобой, где растут пальмы. Мы с тобой занимаемся любовью. Нам все по кайфу. Ну понятно, что он петь умеет, я нет, вот вся разница. Ну, играть умею. А, что у меня нет настроения.